письма в месяц раз, о новостях и о проблемах такой размеренный рассказ. Взгляд изнутри, взгляд справа-слева, а на вопросы отвечать не обязательно понятно. За месяц радость и печаль уже сменились многократно. Проходит письма, жизнь идет, круговорот времен и почты, и месяц пролетит, и год уж эти-то прогнозы точны. И ты пришлешь в ответ письмо, немного приукрасив будни, чтобы когда оно пришло, читалось весело. Трудно.